Всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем проходить Lord of the Fallen. Итак, нам следует спуститься вниз, помочь защитнику цитадели относительно падения рогаров. Найти способ попасть на вершину цитадели, может быть, то попадали. А, блин, я что, забыл? А, блин. Подойти к этому. К Севилке. Амулет помогает вам пассивным образом. Я просто зову подойти. Ну да. How did it бла-бла, блин. Go. Бла-бла-бла-бла-бла. А, я хочу поговорить. Бла-бла-бла-бла-бла. Так, и мы идем вниз. Правда, там еще что-то не взял, что ли. Мощные особые атаки двуручным оружием после нескольких точно рассчитанных ударов. Хм. Интересно, это какие у нас особые мощные атаки? Что интересно в этой технике боя тут? На самом деле, знаете, ребят, после как уже поиграв в эту игру некоторое время, можно сказать так, то, что она вполне должна довольно неплоха. Не Dark Souls, но... что-то тоже интересное. Майка, конечно, тут вообще сделана не к черту. Она тут нафиг его. Тут трудно можно сделать. Майка тут вообще нафиг не нужна. Честно, мало руны яды. Безупречная руна магии. Защита блока магии, защита силы атаки. Постепенный урон. Бонус к силе атаки. А давайте яд поставим. Посмотрим, что это вообще дает. Посох, шрам. Ну, в чем-то, естественно, игра, в общем-то, проседает. В плане, например, сюжета. То есть сейчас нам просто говорят, иди туда, и мы идем. Окей. И пошли. А вот если в этом смысл, хрен знает. Размахнись-ка, блин, двуручный топор. Будь такой огненно-магический. Ой, господи, топор, он тут молот. Ну и где ваше? Это особое... А, хотя дурачным оружием было сказано, что... А, вот он такой удар, да? Чисто колющий. Прикольно выглядит. Ну, блин, конечно, всю выносливость жирает. Ну, собственно, мы сейчас и бегаем с этим топориком. К тому же у нас он, считайте, крайне мощный получается. Так, по двуручнику у нас пока что... О, слушайте, а у нас меч оказывается... А, двуручный меч, господи. Глифа, потом у нас идет меч, двуручный молот, шипластый. Как-то самое мощное оружие, это у нас этот топор. Так, тут у нас, по идее, должны быть рогары. Планетарий. Очередной закрытый сундук. Так, ну, я так и думал. Почему-то я так и думал. Блин, извиняюсь, ребята, 5 секунд. Так, и мы возвращаемся. Давайте сюда. Пробили, конечно, щит ему, но... Только пошел. Ты куда пошел, а?
Он решил от нас уйти, короче, ребят. Ах! Так, вот это было больно. Блин, и где моя силовая атака? Блин, я себя не вижу. А, как же это неудобно драться на лестнице. Чувак, лови щит! Поймал щит. Мне нравится ломать обстановку в войске. О, цель, сундук. Как хрень, что там кружится. Так, кулачный щит. Гармония. Нафиг мне какой кулачный щит. Ага, там он щитоносец ждет, а? Подлечи-ка меня. Мам, я мимо пробежал, ладно. Просто разбесило. Какие-то хрени торчат. Оу, а ты тут откуда бы? Чё-то я тебя не заметил. Все-таки есть плюсы в том, что мы играем с средним рыцарем. То, что мы можем разбежаться и щитом врезать, и тому подобное. Осколок энергетический. Да-да-да-да-да, ты крутой, ты крутой. Блин, защищен. Эй, я тебе дам. Ты зараза. Ушел. Так, поставим-ка молитву. Заперто. Так, у нас два эстуса осталось. Давайте, наверное, сбегаем все-таки. Наберем себе побольше ботионов и пойдем дальше. Это не так уж и далеко у нас сейчас. Я, конечно, понимаю то, что это читерско, но если это дают, то почему бы это не использовать? Не правда ли? На какой тут бить, интересно, в прыжке? Просто, насколько я знаю, то, что вроде бы можно бы... Ты ведь один тут? А, блин, я это вовремя очень сделал. Да, неудобно вышло. Неудобно. Поехали.
Блин, а вот эти теперь в Аргере остановились. Зараза, да? Ну давай, иди сюда. Сундук, кто-то что заметил. Да блин, до какого хрена вот это вот интересно прыгнуть? А, не то. Так, надо на лестницу и подхилиться. То есть ему периодически пофиг на наши удары. Да, выдохся. Вот это вот. Просто берет он такой, не, я тебя ударю. Его лучше ловить на тот момент, когда он вот так вот именно разбегается, на нас летит. Там можно его нормально взять и прирезать. Привет! О, тут у нас сундук есть, оказывается. Да блин! Сдохли наконец уже. Ни черта не видно за этого света, лишь через окно. Нагрудник легкий, легкий, легкий. Блин, мне последнее, что-нибудь получше нашей броньки бы. Тоже с двумя ставками пошли ко мне. По-моему, промазал. Там у тебя заклинание закончилось? Закончилось. Так, магическая осколка у нас 50%. Я сейчас вернусь, погоди. Не уходи далеко. Мне интересно, вот тут 50% было написано. Это то, что у нас восстановится, или же то, что мы подвели. Ну, собственно, и же это время осталось, сколько там валяться. Кстати, как я тут читал, то, что вроде бы, если мы проходим какой-то уровень, не касаясь чекпоинта, то нам бывает награды. Видимо, вот эти вот сундуки, которые у нас сейчас заперты печатью. Уже я по тебе сейчас не могу ничем отстреляться, нет? А просто крайне узкое место для битвы.
прикольно. Опять он начал раздеваться. Воу! А, так, слушай, иди сюда, а. А кот пошел. Эй, иди сюда. Вот ты. Ой, идиотское место для боя. Если я начну сейчас грешить на управление и все остальное, на тупости игры. Да блин, я вообще ни хрена себя не вижу. Да твою мать, а! Идиотский автоприцел, нафиг он нужен? Лучше не защищают. Так. Один момент. Так, где там эта хрень-то была у нас? Вот и все. А не наш за душами бегать. Реально, пока автоприцелишься на него, блин, ты заходишь в какой-то угол, откуда ты не можешь выйти? Он начинает просто-напросто пинать. Блин, сейчас опять с этим мочить. С этим меститься, о, господи. На самом деле, все это снимаю, ребят, в один день, так что... Возможно, может, я уже подустал, может быть, еще что. На... Автоприцел, да, мне вот этого? По-моему, проще с ним разбираться с топором. Мне больше нравится, как вот этому пофиг. На то, что у нас оружие тяжеление, вот только у него брони нету. То есть, если в Дарке у нас была такая вещь, как баланс... Как у нас такой врагов, то тут его нету. Ну что ты задолбала? Или же он просто-напросто крайне неоправдан? Блин, такой прилет с ноги просто мне. Знаете, попал по кому-нибудь вообще? Вот как он... Как это было? Нас просто прострелили сквозь стену. Он еще не сдох. О, блин, это прибежал. Наконец-таки. На тебя выманил, выманил. Где ж ты было?
Так, ладно. Наши перчатки придется использовать крайне читерскую способность. Создание небольшой стрелковой турели. Блин, там крайне неудобное место для борьбы с ним. Ой, мимо. С этим мечником. Особенно, когда он начнет там кружить своим мечом. Конечно, можно взять глефу в руки, пойти убить так. А, я думаю, сейчас ударится об этот об угол. Блин. Сейчас у нас мана не могут регениться, ребят. И мы пойдем. Столы, блин, тут мешаются. Ох! Извиняюсь, что это такое было? У меня были полные хиты. Что? Ладно. Он по мне все-таки поназадевал. Какого хрена? И опять через всех сейчас бежит. Ну, блин, какого черта? Как же это утомительно. Ну, постоянно перестраивает, точнее, какого. Ставит новую мебель, интересно. Сколько ему за это платят? Иди сюда. Иди сюда. Давай, давай. Топ-топ ножками. Мне уж нравится, что его удар, кинжальчик, нас перебивает. На самом деле, самое неприятное тут разбираться с магом. Пока подождем, пока он там закончит это, стреляться. Так, сдох. Окей.
Так, за язык займка опять-таки вот это. Чтоб зря не бегать за душами. Очистите планетарий от рогаров. Фу, не так много. Где там? Хотя, знаете... Стой там, стой там. У меня там нет магического осколка, кстати говоря. О, есть. О, целых 6 штук даже. Окей. Бом. 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 Почему я не сделал так раньше? Умри. Так вот и ничего и не было, не правда ли? Well done, Harkin. Antanas is here, and he wants to speak to you. Это вот это Антанас. В такой мантии. Harkin, Caslo tells me you've been victorious against the Rogar lords. It is a feat my own men have not managed. Твоим просто не хватает сил. If your men were better at their duty, I wouldn't be here doing their job. You do not understand the true nature of our enemy. This war has been waged for far too long, at far too great a cost. My people are suffering. I cannot protect them as long as I'm trapped in this godforsaken place. А, сначала скажи мне вот что, почему рогары нападают? Why are the Rogar attacking in the first place? Adir intends to destroy me. I represent everything he fears. What could a god fear? I pull demons from the hearts of men, Harkin. I undo Adir's work right before his eyes. This awoke his fury, and now he's returned. Adir? Antanas has learned how to separate evil spirits from men. He can free them from their dark side. This angers Adir. You can see how cruel he really is. If Adir is victorious, we will all live under his rule. I am the people's guardian. I am the only thing standing between them and Adir, and I will fight this battle until I no longer draw breath. Да, теперь все будет гораздо лучше. The tide has turned in our favor. Battles have been won, but the war yet wages, Harkin. We should move you to a safer location. No, Harkin. Antanas is the one the Rogar seek. They will hunt him down no matter where he goes. But we have a plan, one that will bring the battle directly to our true enemy. You mean the Rogar? No, Harkin. I mean the God. Убить Бога? А. То есть ты хочешь, чтобы я на тебя работал? А кто меня в тюрьму бросил? You showed me little favor on the day you sentenced me to my prison cell. Yet here we stand. Demanding favor from me. That was a long time ago, Harkin. Crimes committed were yours, Harkin. As was the punishment you earned as a result. And now you need my help. Why should I bother? Why should I care? If Adir prevails, he will change the shape of this world. I do not turn a blind eye to your sins. Your violent nature fuels the flames of this battle. But in a world set ablaze by madness and despair, I will fight fire with fire. Ну что же, убить Бога? Хватит разговоров. Я сделаю это. It's not every day I get to kill a god. Indeed. How am I supposed to do that? You must return to the Rogar realm. Once there, kill the remaining Rogar lords. Once they are gone, Adir will have no choice but to enter the fight himself. When he does,
You finish him. Почему же Адыр остановится? Why has Adir held back? He's a god. His lords have been his proxies in this war. Once you've destroyed them, Adir will have no choice but to step onto the battlefield. In that moment, run your blade through his foul heart and end his existence. Окей, ясно. I understand. Not all of the lords are in the temple, Harkin. Some of them might be staying close to the god. You will need this to access the heart of the Rogar realm, the Chamber of Lies. Your gauntlet will be able to open the path inside the Chamber of Lies, if you allow me to prepare it. Luck in battle, Harkin. If we meet again, it will be to celebrate your victory. Да ладно, мы знаем таких людей. Ты Harkin, просто предатель. Before you go, yes. There's something strange going on here. I don't know what exactly, but I intend to find out. Что-то странное. Ясно, что персонаж такой. Убить бога. Окей. С таким чисто пофигистским выражением. Тут у нас даже ничего не было. These savage Rogar have ruined my planetarium. Priceless books destroyed, and my device is in pieces. Without them, I can't use it fully. Ну что же, нам пора бежать обратно. Вернуться в мир Рогаров и закончить там с владыками. С лордами. My brother Simon has been missing. И? You. You are Harkin, right? They say you fear no man. It's good to meet you. My name is Matthew. My brother Simon has been missing. И где он был в последний раз? Where did you last see him? He's a monk, like me. He might be in the wine cellar. О, he goes there quite a bit. With these other meddlers. I just hope he's safe. Будет сделано. I'll keep my eyes open. Thank you. Так, стоп, на самом деле надо подхилиться бы. Так, 3000 опыта. Блин, а у вас вот есть что-нибудь? Может, что можно прокачать? Таран? Давайте немного прокачаем бесполезную магию. Ах, так, сойти вниз, значит. Я надеюсь, вы там со всеми войнами вражескими закончили. Старикан отсюда ушел. So it's true. Antanas is sending you back to the demon realm. Why do you care? Some traitorous men under my command fled through the passageway. If you find them on the other side, kill them with extreme prejudice. Their squad has a unique arm tattoo. That'd be the good proof to me that these bastards rot in hell. Я с ними уже встречался. I have met them already. So they're dead. Они мертвы, где моя награда? There were no match for me. Now where is my reward? Reward? Come on. Bring me the evidence first, then we can talk. Но у нас какая-то ведь и есть... Это как его, блин, называется-то? Забыл. What is it now? Татуировка на коже. Did you deal? There were no... Reward? Ага. То есть туму ему подсунуть нельзя, ясно.
cursed the moment we saw that. О, блин. Прокололи. Интересно, кто же их так проколол? Cursed the moment we saw that beacon. We lost some good men. Заперта. Cursed the moment we saw that beacon. We lost some good men on our way here. And all these that got killed when we found them. Что за звуки были? Ну ладно, слава богу, хотя бы врагов нету. Такие рыцари. Такой якобы оплот человечества. Так, волшебная энергия рукавиц позволяет взрывать барьеры, сотворенные из энергии. Прикольно. Которую можно ставить руны. Я думал, игра. Да, уж прогрузки у нее дикие. Вау. Ни хрена себе, тварь. О, блин, что за лаги, а? По ногам бить ему надо, да? Ух! Да ну нафиг, а можно отсюда уйду, а? Ай, блин, не успел. Шипы. Откуда у него в ногах шипы? Вы видели, кстати, какой мы урон ему наносим? Че, игра подлагивает? Что он делает? А, наверное, то, что ему теперь можно порожен давать. Ясно. Воу, воу, воу. Он еще плюется.
Легко. Лаги, блин. Как же лагает игра. Не в три момента, ребят. Конечно, мы еще не встали, а он уже к нам повернулся. Почему бы и нет? Блять, еще вот эти вот лаги. Выше 30 FPS не поднимается, блин. А, 5 FPS, окей. Господи, Гаркин, ты держишь топор двумя руками. Почему ты так медленно идешь? Где, блин, меч? Уж пока он размах... Блин, я не знаю, так вообще, что тут тупо оружие все не сбалансированное. Вот, вот что это такое? Это типа удар, да? Стеклепа. Харкин устал, ребят. Харкин хочет спать, видимо. Смотрите, как враг за нами доворачивается. Постоянно. Да.
Я очень правильно сделал, что включил на нее камеру. Блин, опять Харкин устал у нас. Блин, это что там стал своим блевотинем? Господи. Воу. Игроком? Да, проще парень репы. Он врезался и тут же повернулся к нам. Вот. Что вот это такое за удар, а? Блин. Дайте мне щит в руку, а. Так он намного быстрее бьет. Какого хрена? Почему он двумя руками хреном бьет? Фризы великолепно. Оп, резкий поворот к нам. Я даже не знаю, что лучше тут взять.
Окей. Последняя хилка. Но более-менее я уже понял, что он там перебивает. Если бы еще бы не вот эти вот постоянные повороты бы. Заряжайся, давай. Фух. Ну еще один удар, блин, Харкин. Ладно. Надеюсь, ты сдохнешь. Нет, не сдох. Бей, блин. Сдохни так, значит. Ну что ж, первый босс, которого мы забили. А, блин, с потерями, кстати. Один раз сдохли. Зверь. Фух. Как же ты заебался, сука, лагать, а? Что же тебе такого-то, что, блин, игра лагает, как при битве с Тифом? Молот. Чё скажешь? What is this beast? I've never seen anything like it. But you killed it without a second thought. Maybe... Maybe you could help us. Что тебе надо? Help you? How? In the back of the citadel, there's a grotesque thing spitting poison. It killed. Three men. Nobody dares get near it. I'll see what I can do. Thank you. I'll be inside, awaiting news. Конечно, почему бы не нам дать там задание кого-нибудь убить? О, слушайте, молот неплохой. Удары по земле отравляют врагов. Урон 99, и он к тому же у нас какой? Одноручный ведь.
второго удара нет, что ли? Второго удара нет, ясно. Ну что, пошли прокачаемся тогда. Ах, хотя, господи. Блин, ну у нас хитов нет, ой, хилингов нету. По-любому надо идти прокачиваться и брать хилинги. Да, проблема в том, что тут и впрямь все-таки игра. Не просто сложная, она... На самом деле, ну, как я говорю, то, что игра, она не сложная, она просто сделана такой... Be careful. Да заткнись, sounds like there might still be Rogar left in the corridors. В общем-то, тут и все сложность не в том, что вот как расставлены враги, собственно, по их параметрам, хотя это тоже есть. Да, просто то, что они тупо за нами поворачиваются. Они могут спокойно нам перебить удар. У них как-то не сбалансировано поставлено, поставлен баланс самих очень врагов. То есть мы не забиваем лучников. Лучники спокойно могут сбить нас. Просто охрененно. А, там внизу где-то есть. А, слушайте, где-то у нас главный зал. А что это за тварь там такая сидит? Я не хочу туда подходить. Так что, ребята, на самом деле, кто досмотрит эту серию, мне очень интересно ваше мнение об игре. То есть, как вам кажется то, что правдиво разработчики сделали, ну, собственно, сами вручную увеличили сложность игры или же нет? Нам нужно подгонять выносливость. Ну, собственно, ну а дальше пойдем, ребят, мы уже в следующей серии, так как это уже примерно час затянулось. Так что с вами был Хэдди, ставьте лайки, подписывайтесь, зайдите на друзей, комментируйте видео и делайте добрые дела, ребят. И, как я говорю, то, что я жду ваши комментарии об этой игре. Расскажите мне, что вы о ней думаете. Собственно, глядя на эти видео. Ну, а пока что, всем пока, ребят. До новых серий и до новых фрилов.